холостяк едет свататься. Так, это мой жених, отошло. Какое впечатление произведет главный холостяк страны на семьи своих избранниц? У нас никогда не было в селе такого. Бабушка начала спрашивать Антона в лоб про жилую площадь. В Сибири менталитет другой. Ты в Сибири, наверное, не был сам ни разу. Не рано Лизе семью-то создавать? Почему рано? Вот я в 19. Мы, конечно, очень разные. Ну как тебе, Антон? Подкаблучник. Ему никто не нравится. Моему папе. Te presento a mi futuro esposo. Muy atrevida. Мама не разговаривает по-русски, я не разговариваю по-испански. Это была самая неловкая история со всей историей. Кто покинет проект буквально в шаге от финала? И вот тусуйся со своими тёлками. «Холостяк». Новый сезон. В воскресенье в 20:30 на ТНТ.